Для тех, кто хочет познать русскую душу, обратите внимание на произведения Андрея Геласимова. В 2005-м на Парижском книжном салоне Андрей Геласимов был признан самым популярным во Франции российским писателем. Ему удалось обойти Людмилу Улицкую и Бориса Акунина. Его романы переведены на множество европейских языков. Читают Геласимова на иврите и на китайском. Но сегодня почитаем его роман «Степные боги» на русском. Действие произведения происходит в августе 1945 года в Забайкалье, в преддверии войны с Японией, в селе, в котором живут пленные японцы. Военнопленные японские работают на местных рудниках и умирают без всяких причин, так сказать, без видимых причин. И японский доктор Хиротара, тоже из военнопленных, он собирает местные травы и изучает их действия на своих товарищах. Он очень удачно лечит как своих товарищей японских, так и русских. У врача есть догадки о том, почему степь, в которой они живут, назвали проклятой, почему японские военнопленные умирают и почему коренное население однажды покинуло эти места, оставив после себя лишь обереги от злых духов. Я настоятельно рекомендую эту книгу всем ценителям качественной литературы, потому что по-настоящему вот таких талантливых писателей, каким является Андрей Геласимов, у нас в России очень мало. Вам понравится то, что геласимовские герои по-доброму относятся к действительности. Они не сетуют на превратности судьбы и воспринимают жизнь без розовых или черных очков. Они видят ее такой, какая она есть.